Ну, итак, мы продолжаем с вами. Татьяна Степановна, вы не слышите меня? Очень жаль. Значит, я не слышу. Татьяна Степановна, я займу 1,5 минуты буквально для того, чтобы закончить, ну, вот как бы определение режима, что ли, для Татьяны Степановны. Значит, первое, она должна вернуться к нормальному питанию понемножку. Питаться нужно через каждые, так сказать, буквально там 5 часов. Понемножку поджелудочная железа любит вот то, что мы называем относительным голодом, вот именно это. Но при этом относительном голоде должно быть обязательно, так сказать, присутствовать в пище все, кроме маринадов с уксусом. Вот это должно быть убрано, это. Мясо должно быть, жир должен быть, извините, пожалуйста, иначе мы посадим легкие. И еще, так сказать, там куча может возникнуть проблем. Понятно? Вот таким вот образом. Вода, солянка холмовая, обязательно, стевия обязательно, на фоне корня лопуха. Солевые ванны очень советую поделать. Тогда, когда будут возникать очень сильные боли, значит, соответственно, принимать. Что в этой ситуации можно? Ну, естественно, те препараты, которые назначил врач. Врач, потому что он все-таки назначил по той картине, которая сложилась у человека в организме. Это первое. Но можно к этому добавлять, скажем, ту же самую ножку. Можно полтаблеточки, можно одну таблеточку. Вот 3 дня я обязательно бы за этим последил. Потихоньку, аккуратно, по крайней мере, на 2-3 недели. Никаких скипидарных ванн действительно делать нельзя. Солевых ни сульфатом магния, ни сульфатом натрия очищать кишечник нельзя. Энтеросгель возможен, печеные яблоки я бы добавил просто как лекарство. В этой ситуации между едой одно яблочко печеное с медом, не с сахаром, с медом. Вот так. Вот такой вот режим. Алло, я слушаю. Алло, добрый день. Анатолий Зимович, вот я смотрю программу уже 2 года, наверное, так вот. Ну, сама-то что-то делаю. Но вот у меня такое вот это событие, что мужа, ну, признали рак легкого и неоперабельный. И мне бы хотелось чтобы ему облегчить. Выписали, в смысле, вот домой умирать, можно сказать. Простите, как вас зовут? Людмила Николаевна. Людмила Николаевна. Когда это произошло? А? Когда произошло? Произошло, ну вот в пятницу буквально нас, вот мы на комиссии были. И нас отправили. Ему какое-нибудь лечение, какую-нибудь терапию проводили? Никакой терапии. Мы обследовались. В общем, 3 месяца почти обследовались. И вот такой вот результат. Вчера на комиссии были. Сказали, не подлежите лечению. Скажите, пожалуйста, а почему в операции отказано? Ну, если это вот там что-то много написано в справке, а так вот на словах сказали, что аорта так. Левого легкого, в раковых клетках, короче говоря. Ну, метастазы. Опутано. Так. Ну и уже в лимфу. Ну и метастазы пошли. Сказали, что на амбулаторное лечение, то есть терапевт будет помогать, как сказать, обезболивать, да, обезболивающие, и народные средства какие-то, вот все. А народные средства какие же, интересно, могут рекомендовать врачи? Ну, я спросила, какие, чага вот есть, сходите в аптеку, там поинтересуйтесь.
интересуетесь. Вот так вот. Да, в аптеке знают, какие надо. О, Господи. Людмила Николаевна. Да. А знаете, вот, я вас попросил бы сходить к вашему онкологу, вот, который вам советовал, спросить вот о чем. Секундочку, дослушайте меня. Спросить вот о чем. Спросить, какие из трав мы знаем на ходу. Вот мы знаем. Знаем, что в этой ситуации используется болиголов. Используется при этом чага. Так. Используются при этом травы, которые, как вам сказать, ну, скажем, чистотел. Угу. Чага, чистотел. Так. Ну, то есть такие ядовитые, такие травы, ядовитые, крепко. Значит, вот какие из этих трав он рекомендовал бы. Я почему прошу это сделать? Не потому, что, как бы, вот я сейчас пытаюсь уйти от ответа, нет. А потому, что все-таки врач, который проводил обследование, они наверняка делали пункцию, проводили исследование тканей, клетки. Он знает характер, как называется вот эта опухоль, которая образовалась у вашего мужа. Понятно, да? Да. Значит, он похудел здорово? Он похудел. Ну, это, в общем-то, это видно, что сильно похудел, конечно. Понятно. Скажите, ну, вот время, так... вот 3 месяца длится это, да? Ну, где-то так. Ну, с момента обращения. Ну, я понимаю, что с момента обращения. Я не думаю, что процесс много-много раньше развивался. Так, знаете что? Значит, есть... Где вы живете? Красноярск. Красноярск. Господи, Боже мой. Во-первых, его надо обязательно кормить. Есть, да, есть он должен понемножку, но 5-6 раз в день. Он понемножку ест, но раза 2-3, а то и вообще только пьет. Я понимаю, да, но ему надо есть. Это первое. Второе. Скажите, кишечник работает? Ну, кишечник работает. Это у него, как сказать, остроэрозивный... Гастрит. Эрозивный гастрит. Да, да. Значит, в аптеке покупаете? Каша у него, мокроты. Я понимаю, в аптеке покупаете... Рекицен-Д, отруби обработанные. Рекицен-Д. Рекицен. Цен-Д. Рекицен. Рекицен-Д. Это такие... Были вы? Боря или... Дмитрий. А, Дмитрий, так. Значит, и начинайте давать ему подряд, прямо у него, до 2 недель. До двух недель. Значит, соответственно, возьмите, пожалуйста, чистотел. Так. Чистотел. Есть рецепт? Рецепт. Использование чистотела. Квас на чистотеле. Знаете его? В интернет можете войти? Ну, попытаюсь. Ну, попросите кого-нибудь. Значит, задайте вопрос. Квас из чистотела по Болотову. Квас чистотела по Болотову? Именно так. По Болотову. По Болотову, да.
Понятно? Поняла. Это третье. И прямо употреблять его прямо беспрерывно, даже в усиленной дозе. Да. Третье. О, Господи, ради... не знаю, как быть, я не имею права. Ну, здесь понимаете, здесь, наверное... Вот в этой ситуации, понимаете, есть препарат, который создан в научном центре онкологии на Каширке у нас в Москве, который называется Фитомикс-40, да, пусть. Фитомикс-40. Фитомикс, Фёдор. Так, Фёдор. Фёдор, Иван, Татьяна, Ольга, Михаил, Иван, Константин, Степан. Не так быстро. Я прошу прощения, понимаете, я не имею права вообще делать то, что я делаю сейчас. Пожалуйста, ну, напрягитесь. Фитомикс. Фитомикс. Всё. Правильно, да. Фитомикс 40. Он бывает спиртовой, он бывает сухой. Желательно было бы хотя бы курс. Хотя бы один курс. Он дорогой, он не дешевый препарат. Угу. Но как бы там просто клиника очень хорошая и поддерживающая. Если сказать, что этот препарат вытащит человека, нет. Но остановить распространение, восстановить кровь, структуру крови, вернуть человеку силы поможет. Это тоник очень хороший. Понимаете? И вполне возможно, что в этой ситуации появится возможность либо химиотерапии. Поговорите с врачом, что можно использовать в виде химиотерапии вместе с чистотелом. Понятно? Поняла. Вот это надо сделать. И плюс к этому, к тому, что посоветует доктор, подключить Фитомикс. Понятно? Поняла. Потому что второй препарат, который я в этой ситуации хотел бы, могу вам подсказать, это, господи, керосин на зеленом грецком орехе. Господи, боже мой, вот сейчас в этом ключе название, сейчас вспомню, скажу. Фитомикс на зеленом грецком орехе. Нет, это не полифит. Ой, Господи, Боже мой. От неожиданности все вылетело из башки. Сейчас я вспомню, я скажу вам. Значит, вот его начать принимать. Отец, да, керосин. Зеленый грецкий орех на керосине. Тодикамп. Извините, ради бога, Тодикамп. Его производят на государственном уровне, делают. Поэтому это такой официальный препарат. Отравиться им нельзя по исследованиям. Он в некоторых ситуациях, при некоторых типах рака, опухолей, действительно помогает и очень здорово. Понятно? Именно поэтому я вас прошу пойти к доктору вашему, который смотрел, который делал вывод, который вел, и посоветоваться с ним. И по поводу химиотерапии, хотя он скажет наверняка, что бессмысленно использовать химиотерапию, это легкие, обязательно так скажет. Но, по крайней мере, будет как-то какое-то такое, какое-то у нас... возможность маневра, понятно? Значит, после этого химиотерапию, да? Если доктор посоветует, это только с разрешения доктора. И именно поэтому я вам советую пойти к нему и посоветоваться. И по поводу вот тех средств, которых я вам назвал, да? И по поводу растений, вот болотовский рецепт по чистотелу, это квас. Он приятный на вкус, он не такой жесткий, не такой это, проще намного.
Но он, конечно, менее действенен по отношению к легким, чем, скажем, и тот же Тедикамп или тот же Фитамикс. Понятно? Поняла. Вот таким вот образом, понимаете? Вот так сделайте, хорошо? Кормить хорошо. Обязательно. Ретицен D обязательно использовать, потому что в той ситуации, которую вы описали, ваш супруг теряет силы и уходит не потому, что он его, как бы, ну, эта болезнь доводит до ручки, а потому что в этой ситуации у него происходит такой очень активный процесс самоотравления. Понимаете? Поняла. Продуктами распада и опухоли, и клеток, и всего. И вот эти продукты распада надо из организма удалять. Он должен обязательно пить как следует, и он должен есть, иначе у него теряются силы, и организм перестает сопротивляться. Понятно? А понятно, тут очень понятно. Важно начать сопротивляться. Скажите, а солевые ванны, вот я ему это, значит, ну, какое-то время пыталась, солевые ванны можно выдать? Нет. А? Нет. Нет? Нет. Поняла. Понимаете, какая штука? Тут происходит, тут надо опасаться вот чего. У него распространенный онкопроцесс, да? Угу. Распространенная, уже метастазированная опухоль. И у нее поставили наверняка терминальную стадию. Ну, как всегда. Ну, понятно, тут да. Что говорить. Вот. И солевые ванны, даже теплые, когда он будет в них там 12-15 минут лежать, они обязательно снимают спастику. С одной стороны, это очень хорошо для организма. Восстановление кровотока и все. Но мы тем самым не препятствуем развитию опухоли, понимаете? И мы начинаем помогать этой опухоли распространяться по организму. Вот в чем дело. Поняла. Понимаете? Поняла. Потом можно будет, сейчас нет. Поняла. Людмила Николаевна, вот такая вот история. Спасибо вам большое. Да не за что. Значит, вот я советую три вещи. Значит, болиголов, но это надо где-то искать, чистотел, угу. Чага, вот, ну, чага есть, аптечная чага, ее можно использовать, можно чагу с чистотелом, можно фитамикс, в фитамиксе есть и чага, и березовые почки, и чистотел, и, так сказать, массу адаптогенов, которые в этой ситуации очень нужны. Понимаете? Да. В поддержку. Это такой очень, очень серьезный препарат. Угу. Вот. И Тедикамп. Тедикамп, который тоже апробировался и исследуется. Понимаете? То есть у него точно совершенно отмечено, что он не ядовит. Он хороший противовоспалительный препарат, Тедикамп, и не токсичен, не мутагенен. Понятно? Понятно. Вот это вот просто имейте в виду. Но Тедикамп делается тоже на государственном уровне. Пожалуйста, его нет фармакопеи, он принят для ветеринарии, но человек может использовать. В конце концов, в той ситуации, в которой оказались вы. Понятно? Да, понятно. Если будут еще вопросы, раз, пожалуйста, звоните. Понятно, хорошо. Да? Понятно. Так, Людмила Николаевна, значит, я буду знать, из Красноярского, да? Да-да. Хорошо. Извините. Всего доброго. Ну, всего доброго. Вот вы знаете, вот некоторое время назад, в прошлом году, здесь на канале СГУ, телевидение СГУ ТВ, первый общероссийский общеобразовательный канал, дал нам возможность начать делать такую вот онкологическую программу.
Мы сделали такие два диска. Что очень тяжело. Понимаете, вот мы привыкли, особенно в онкологии, обвинять во всех смертных грехах врачей. Я очень далек от этой вот мысли огульно обвинять врачей, потому что абсолютно уверен в том, находясь сам в группе риска по онкологии, естественно, интересуюсь теми проблемами, которые могут возникнуть и у меня, похоронив и брата, и отца, и мать, попробовал как-то сформулировать и определить программу по профилактике, по уходу, по уничтожению возможных ситуаций, которые могут возникнуть у нас с вами в организме. Но закончить нам не удалось. Потом уже, когда прошло немножко времени, я понял, что, в принципе, эта программа, которую мы тогда пытались сформировать, у нас есть два диска, таких по поводу профилактики новообразований. Я понял, что они находятся в той самой структуре тех необходимых действий, которые должен сделать человек, тогда, когда он находится в том, что называется группой риска. И он точно согласуется с программой, которую в свое время давал доктор Рейкьявик 100 с лишним лет назад. Потому что с того времени, вот за эти 100 лет, которые прошли со времени опубликования программы «Шести стадий зашлакованности организма», ситуация не изменилась в лучшую сторону. Медицина достигла невероятных совершенно возможностей, но с онкологией ситуация не изменилась, а только ухудшилась. И все больше и больше, мне кажется, в этом виноват, ну, во-первых, само человеческое общество, как сегодня говорят, общество потребления. Понимаете, и вот эту вот странную ситуацию, которую создал социум, государство, сегодня государство же использует в своих интересах. Столько лет выпускались чипсы и сладкие воды, а теперь, так сказать, извините, они входят в структуру продуктов, которые должны обладаться дополнительными налогами, как будто бы это нам с вами поможет сохранить здоровье. Понимаете, вот я о чем говорю. Защищать от новообразований себя надо не в тот момент, когда уже есть, а до того. Тогда и врачу, который будет заниматься вами, будет намного проще. Вот в чем дело. Друзья мои, на сегодня я заканчиваю. В следующий раз у нас передача будет в записи. Как бы следующая маленькая часть нашей восстановительной программы. Здоровья вам!